Всем здорово, добро пожаловать в виртуальную реальность. И это «Один в поле воин», часть шестая. Будем проходить профи-миссию в одиночку за штурмовика. Профи-миссия называется «Гром и молния». Будем шугать громов в Китае. Посмотрим, с чем мы пойдем. Да, это, как всегда, старый злой АК-47, Desert Eagle и все остальное, в принципе, по умолчанию. Точно так же, как и в остальных миссиях, когда я ходил, это... Осколочная граната, это дымовая граната белая за варбаксы, синий дым и оглушающая граната. Из снаряжения все то же самое, тактический шлем, более надежную защиту для головы, броник элиты, который бронь и здоровье восстанавливает по автомату. Защитные перчатки защищают руки от пуль и укрепленные ботинки, которые будут защищать наши ноги от пуль. Все, мы начинаем свое грязное дело. Надеваю пламегаз, буду с ним проходить в этот раз. И начинаю отстреливать на такой дальней дистанции, конечно же, проклик. Снайпер убит. Повторяю, снайпер убит. Зачищаем путь и продвигаемся дальше. Стрелок убит. Повторяю, стрелок убит. Да, здесь, как и в других китайских миссиях, туева хуча будет этих ботов, их нереально много. И прут, да, будет тяжеловато в этом плане. Поэтому переть, как всегда, не будем, все по стелсу, все аккуратненько. Выцепляем, провоцируем ботов на выход и отстреливаем их методично. Да, Desert Eagle берем с оптическим прицелом, потому что здесь дистанции будут солидные в первой части прохождения. Во второй-то, в принципе, он-то и не нужен будет, я так думаю. Редко когда буду его использовать. Снайпера больше нет. Выдвигаемся. С Дигла туговато он там за какими-то ограждениями, поэтому прокликом так эффективнее и быстрее, я думаю, будет. Спешить не будем, постоянно вылазят щитоносцы и лезть на рожон против тяжелых пехотинцев, либо чего-то еще чревато будет. Вот так вот с удовольствием на средней дистанции сдигло по головам щитоносцам. Вот этот тяжелый пехотинец самый опасный, пожалуй, здесь. Да, будут сейчас идти боты потихоньку через парковку, поэтому отсюда на безопасной дистанции, на безопасном расстоянии буду их отстреливать просто. Набивать фрагов, так сказать. Стрелок готов! Стрелок мертв! Идем дальше! Стрелок нейтрализован. Снайпер
стрелка. Нужно что-то делать с этим снайпером сверху. Иначе он мне покоя не даст. Вон, вижу, светится. Лови. Неплохо. Так, что там еще? Надеюсь, ЛЦУ там нет. Есть, вот он, паразит. Ну, здесь есть удобный такой просвет. Через багажник окно боковое. Лупим с дигла по бойцу спецназа. И все получается. Как и запланировали. Блин, вот этот вот пулеметный расчет, я, если честно, пока не имею представления, как я его буду оттуда выдергивать. Обходить буду справа. Сверху с РПГ желательно сразу разобраться, потому что он по спине будет стрелять с гранатомета, где-то не очень приятно будет. Блин, зараза, он буквально прижимает к земле, блин, этот пулемет. Так. Может быть, получится как-то по ногам ему. Блин, там мешки. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем как-нибудь. Как-нибудь да мы тебя выцепим. Может быть, гранатой получится. Ах ты, падла. Сейчас мы тут коридорчик расчистим. Займемся тобой. Блин, не дает высунуться, зараза. Справа слышу, пришел уже. Щит. Здорово, ты вовремя. Давай, давай, подходи. Вот он. Есть. Так, что у нас? Путь свободен. Наверное, за почтовый ящик за этот. Да, отлично. Получилось, план сработал. И единственный вариант, я думаю, это прокид. Попробую. Держи. Есть, отлично. План сработал. Ну все, путь свободен. Нужно дальше продвигаться. Блин, сверха эти, наверное, с дигла надо будет снимать. Попадает, падла, по мне. Зараза, куда-нибудь надо другое место. Сокращают дистанцию штурмовики. Враг убит, можно идти. Аж двое вроде было. Блин, вот он второй. Держи. Есть еще? Да, новые там выбежали. Ух, удачно как попал по нему. Так, если что, за угол забежим. Пошли, пошли. Ух ты, как удачно. Не подходи ко мне. Ух ты. Отлично, двоих сразу. Не ожидал я, что они придут отсюда. Ух, нифига. Вот это рискнул я. Повезло мне очень, что он промазал, иначе я бы костей не собрал там. Наверху где-то должен быть. Вон он, паразит, снайпер. Снимем. Да, отлично, попал с первого раза. Здесь есть кто-то? Тишина. Окей, идем дальше. Так, аккуратненько. А, вот они, падла, повылазили. Ничего себе, прям в спину мне.
Да, видимо, сзади, за мной, которая крыша за спиной. Ладно, вдоль стеночки побежим. Он нас вряд ли увидит. Все, здесь отстреляли. Где ты? Вот он. Лови, падла. Так, ну, вроде бы больше никого. Там на лестнице обычно сидит РПГ. Нет, нету. На лестнице пара тяжей, и будет жаркое место внизу, там на парковке. Два пулеметных расчета, куча ботов. Еще и плюс, если выбежать вправо либо влево, там по два щитоносца выходят с каждой стороны. Сейчас все это увидите. Ну, единственный верный сейчас вариант — это ждать ботов, которые прибегут сейчас сюда. Сначала нужно будет отбиться от них. Так будет правильнее. Сразу же выходит щитоносец. По-моему, два даже. Граната! Поэтому... Блин, тяжеловато, конечно, здесь. Дистанции нет никакой. Почти в упор тут чуть ли не в ближнем бою с ними приходится рубиться. Где ты, падла? Вот, вижу голову. Есть, щитоносец. Один. Будет второй? Штурм. По-моему, двое их было, если я не ошибаюсь. Кину на всякий случай еще один дым. Щитам не нравится дым, они щемятся от него. Нет, нету второго щитоносца. Ну, слава богу, это хорошо. Ну, а хрен там, вот он второй. Точно, это щитоносец. Ну все, теперь бояться в принципе нечего. Можно вот здесь вот за углом технично сесть. И закрысить по скиллу. Много их, много будет. Это еще не конец, да, вот они подтягиваются, подтягиваются. Блин, прилетело мне. Ах ты, елки, успел выстрелить. Все, плюнь в меня, я складусь тут. Не буду рисковать лучше. Вот так вот, через решетку. У вас какие-то проблемы с обзором через решетку, у меня с этим все в порядке. Так, все? Нет, еще идут. Да, долго и упорно приходится здесь перестреливаться с ними. Все? Так, ну отлично, ах, тут вот он еще, падла. Ладно, здоровье, броня восстановлены, нужно будет уделить внимание этим пулеметным расчетам. Есть там кто-то? Нету никого. А, так. Здесь нам необходим будет дым. А, я его весь выбросил же. Ну, придется тогда вот за эти ящики сюда. И прокид в левого. Есть. Все, дальше туда не проходим. Потихоньку сокращаем дистанцию. Приближаемся к правому пулеметчику. Дальше правой крайней колонны не рекомендую заходить, потому что там выходят щитоносцы. Сразу же вас завалят. Вообще разговаривать даже не буду. С одним еще-то ладно, там уперся к стене и отстрелялся как бы. А с двумя такое не проканает, поэтому сыкотно немножко мне сейчас выбегать на этот пулемет. И гранаты жалко нету. Ладно, с левой стороны тогда бегу. Все, готов. Выйдут. Нет, нету что-то. Видимо, не пересек я ту границу, после которой они вылазят. Нет, нету. Ладно, тогда заминирую колонны. И потом их выцеплю. Блин, елки, сейчас начну минировать. Прибегут же в спину. Нет, нету вроде бы, на миникарте не вижу. Здорово. Так, все, две колонны заминировали. Это третья, еще последняя останется. Все, бежим к ней.
Теперь нужно будет их спровоцировать, чтобы они не преградили мне этот путь. Вот активировать нужно будет эту дверь. Если я тупо к ней подойду, то они выбегут и в спину долбанут меня. Поэтому я делаю круг почета, разворачиваюсь. И да, вот он первый. А вот и второй его напарник, ситный друг. Все, готово. Теперь можно идти дальше. Использовать это помещение нужно как укрытие, потому что здесь, да, вот он, тяжелый пехотинец, и сейчас будут по лестнице подниматься. Помимо всего этого, еще слева могут быть в здании, либо на балконах, либо на крыше сидеть ребята с РПГ, либо плохие парни из Блэквуда со снайперскими винтовками. Так, есть кто? Ну вон, я же говорю, он на балконе сидит, РПГ. Так. Падла, залез. Еще кто-то будет. Стрелок убит. Да, вижу, лазером маячит с окна справа. На втором уровне... Боец спецназа с ЛЦУ. Все, готов. Ах ты, падла. Прям в лоб мне шмальнул. Ну, мастер, конечно. Да вот и ответ от меня. Здесь, как всегда, щитоносцы и куча ботов. Ждем. Провоцируем, отступаем, отстреливаемся. Все по старой наработанной схеме. Ну, как удачно. В рядочек они выстроились там, голова в голову. По-моему, одной пулей их обоих убил. Вон справа вижу. Побежали, тяжи. Нет, лучше отойду. Стрелок убит. Вот так. Повторяю. Вот. Стрелок убит. Как удачно. По-моему, справа с РПГ был парняга. Нет? Ой, зараза, не могу попасть, блин, клацает. Меня, братан, так и убьешь сейчас? Да ты что, падла, не могу попасть никак. Так, возвращаемся к парню с РПГ справа, который был. По-моему, он там был. Если он не исчез, он там и сидит 100%. Вот он. Ты, бляха-муха. Успел, падла, стрельнуть. Ух ты, еще один. Блин, готов поспорить, этот тоже успеет. Еще и слева лупит с пулемета. Да, зажали конкретно. Ладно, что-то броня под... подвосстановилась, теперь можно, в принципе, попробовать есть. Все, надеюсь. Сюрпризов больше нет здесь? На верхах? Нет, вроде нету. Так. Так. Назад. Ах ты.
Так, где кто вылазит? Что-то я уже подзабыл немножко. По-моему, тяжи будут выбегать впереди. Так, из-за этого фургона можно с тем пулеметом. Да, ноги у него открытые, поэтому... План Б. Да, урон проходит, можно с ним потихонечку. О, голова. А, нет, не успел среагировать. Ну все, готов, братан. Обычно вот здесь еще ЛЦУ тусуется на балкончике. Так, будут тяжи выходить вообще или что? Или можно мне проходить дальше? Вот там снайпер. Снайпер готов. Пошли. Есть кто? Точно, вот он. Раз, два. Третий будет? Ну и не надо. Так, вверху радоваться пока рано. Будет щитоносец, по-моему, один. Поэтому провоцирую и отступаю сразу к чертовой матери. Вот он, красавчик. Неужели двое? Да, их двое. Да, отлично. Хорошо, что я перестраховался и спрыгнул вообще оттуда, с этой лестницы. Одного забрали. Блин, падла, как ты стреляешь? Сквозь щит, что ли? Все, готов. Урон он нанес, почти полброни забрал. Здесь никого. Ну все, мы уже приближаемся к эвакуации. Последний рывок остался. Да, вверху там. Кто там? Блин, парень с ЛЦУ. Через кусты неудобно, конечно. Приходится лупить по лазеру примерно наугад. Методом тыка, короче. Вон, мелькнуло твое тельце. Попробую прокинуть, может. Ух ты, блин, уже здесь оказывается этот. О, здорово, гранатой забрал бойца спецназа. Ну, все. С остальными-то парнями можно разобраться, в принципе, почти без проблем. Аккуратно, если действовать. Никого. Слева. Чисто. Ух ты, РПГ. Справа снайпер. Все, снайпера нет. Где-то с РПГ шмальнул по мне слева. Где ты? А, вон, передо мной, вижу на миникарте. Все, готов. Все, больше никого. Отлично, ну я тогда поехал. Здорово, прошел первую часть миссии «Гром и молния». Отправляемся к нашему старому знакомому по ангару. Теперь мы с ним встретились в Китае. Ваш вертолет разбился глубоко в тылу врага. За мусорку. И отсюда из укрытия. Сейчас еще повылазят. Вот он. Ух ты, блин. Двое, оказывается. Назад, назад. Трое, что ли? Раз, два. Нет, двое все-таки. Ну и хорошо. За дальней лестницей два снайпера. Из ближней лестницы слева выбегут два тяжелых пехотинца, с которыми шутки плохи на короткой дистанции. Поэтому я отсюда, пожалуй, из-за фургона буду ждать их. И сверху неприятности. Да, скверняк. Выбегает парень с ЛЦУ, щитоносец. Не знаю, попробую сделать... Ух ты, елки, застрял я неудачно. Попробую сделать так, чтобы они не сразу выбежали, а тогда, когда я только поднимусь чуть выше. Все, тяжей нет. Одного нет снайпера. Че он не стреляет? Ну, ты поздно, Маша, трусами машешь. Все, второго забрал. Путь, можно сказать, свободен. Здоровье, броня восстановились, отлично. Возьму РПГ и вернусь сюда же. Далековато кинул.
Назад, назад, назад. Так, есть там кто на лестнице? Вроде никого. Да? Да, ну тогда гром лови. Раз. Два. Отлично. Так, как бы сделать? Побегу, наверное, сначала за лестницу за эту спрячусь. Падла прилетела. Вот они. Есть один. Ну давай. Давай, давай. Надо, блин, этого парнягу с ЛЦУ убрать, потому что наверху, если выбежит одновременно щитоносец, тяжелый пехотинец и боец спецназа там будет, то... то шансы невелики, и процентов 80 я даю, что они меня завалят, причем быстренько. Ну ладно, выбора нет. Гранаты прокинул безрезультатно. Даже урон не прошел ни грамма по ним. Сразу вверх подниматься не буду, кину дымок, чтобы гром сильно меня не покоцал. Чтоб в добром здравии к ним потянуться. Блин, да, светится ЛЦУ. Здесь за дверцей присяду. Ах, зараза, коцает. Попадает. Вот он, ЛЦУ. Тяж. Щит. Ой, как отлично, как хорошо. Какую я удобную позицию выбрал. Прям подряд они еще, молодцы, тоже выбежали. Поодиночке, по очереди, то есть. Так, здесь будет кто-то? Вот он. И... ЛЦУ еще один. Да, сейчас все объясню. Выходите за двери, отступаете назад, из комнаты отстреливаетесь, берете РПГ. Встаете здесь, стреляете в одну сторону, проходите следующий левый проем. И открывается отличный обзор на энергоблок на макушке у грома. Выпускаем снаряд. Практически из укрытия получается, мы лупим по нему. Так, то же самое, вышли за двери, отступили назад и из комнаты стреляем. Гром нам урона не наносит, поэтому проблем здесь не возникнет. Сейчас выбегут. Ну, а вон он застрял. И будет щитоносец. Вот он. Все, готов. Можно спокойно бежать. Так, здесь то же самое. Сзади нет никого. Послышалось. Выбегаем назад. Все, ждем. Вот он, первый. И щитоносец. Давай, где-то там. Вот он. Все, готов. Сзади нет никого. Выходим из укрытия. Показываемся, что мы здесь. Он удобно поворачивается к вам. И можно технично. Одно попадание, второе. В левый пролет. Отличный обзор. И всаживаем ему почти всю обойму. По максимуму урона. Следующая секция. Все то же самое. Шаг вперед, шаг назад. Садимся, отстреливаемся. Все, никаких проблем. Берем РПГ. Но за крайнюю дверь не выбегаем. Иначе будет туго, очень тяжело будет. По бокам будут постоянно респауниться боты. И будет тяжко от них отстреливаться, постоянно крутить головой придется туда-сюда. Поэтому мы бежим по тому же пути, по которому и проходили все эти коридоры. Назад, то бишь. Так, здесь как получить меньше всего урона? За эту дверь... налево и через перила с разбега. И урон не нанесен. Здесь по максимуму доходим с положения приседя. Забираем РПГ и... забрал? Блин, я ее не забрал, по-моему, одну только. А нет, две. Все, нормально. Либо если есть дым, то желательно его бросить на пути, когда вы будете бежать. И потом подняться наверх. Так, попаду отсюда. Да, есть попадание. Держи, еще пару раз его нагнуть и все. Мне его сочтены будут. Я здесь. Да, зря поторопился я, конечно.
Уничтожьте его. Все, он остановился, принял удобную позу, и он вот так вот и будет стоять. Есть два попадания. Во втором кругу ботов нет. Спокойно идем. Никаких проблем. Показываем себя, отходим. Он тем временем разворачивается и без проблем попадание в левый сектор. Полобоем в энергоблок. И все, ему три попадания. Одно у меня сейчас в снаряде. И два лежит здесь на столе. Как раз в аккурат. Назад, назад. Все, вот оно. Первое и последнее попадание в левый сектор. Обзор отличный. До свидания, Гром. И вот таким вот простым способом можно пройти Грома профи в одиночку. Я думаю, здесь даже бронежилет элиты не нужен, потому что в начале в основном игроки, в принципе, без проблем проходят, добираются до коридоров вверху. Ну а если нет, вот так вот потихонечку по стелсу, если вам удастся пробраться наверх в коридоры, то считайте, что проблем у вас никаких абсолютно не возникнет с Громом. Гром и молния, миссия выполнена. Пилотируемая боевая машина уничтожена. Со спокойной совестью проваливаем во свояси. Один в поле воин, часть 6. Всем спасибо за просмотры. Жду вашей поддержки в виде лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Есть еще вариант у меня как минимум один. Прохождение профи в одиночку. Также смотрите прохождение по другим играм. Всем отличного настроения. Всем удачи. Счастливо.